Друзья, приветствую всех на канале Есть Поесть. В сезон каждая хозяйка готовит различные блюда с кабачками. И, как правило, она в поиске новых рецептов из этого овоща. Чем бы еще удивить свою семью? Предлагаю приготовить горячие бутерброды. Они получаются хрустящими, сочными и очень вкусными. А готовятся очень просто. Обязательно попробуйте. Список ингредиентов открывайте под описанием к видео. На крупной терке натираю кабачок. Если он у вас не молодой, его придется очистить от кожицы и семян. Затем кабачок нужно будет отжать от лишней жидкости. Также натираю твердый сыр, тоже на крупной терке. То же самое делаю с колбасой, я беру копченую, но можно заменить вареной или ветчиной. Мелко режу зелень, я беру укроп. Сюда же добавляю тертый чеснок, соль и специи по вкусу. Кладу слегка отжатые от лишней жидкости кабачки, одно яйцо и буквально одну чайную ложку муки. Вы действуете по ситуации. Если кабачки очень сочные, можно добавить муки побольше. И размешиваю. Далее беру батон и наношу начинку. Можно, кстати, взять и обычный белый хлеб. Количество начинки берите на свое усмотрение. Я использую примерно 1,5 столовые ложки. При желании можно накладывать и побольше. Друзья, смотрите и другие мои рецепты с кабачками. Например, кабачковый пирог, кабачковый рулет, различные запеканки и даже кабачковые пончики. Ссылку на плейлист я оставлю под видео. Выкладываю бутерброды на противень и отправляю в заранее разогретую до 190 градусов духовку на 15-20 минут. А вы ориентируйтесь по своей духовке. Посмотрите, снизу бутерброды получаются поджаренными, они хрустят, а сама начинка получается очень ароматной и сочной. Бутерброды хороши как в горячем, так и в холодном виде. Единственное, на следующий день они становятся мягкими и перестают хрустеть. Если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк, а также обязательно пишите комментарии и подписывайтесь на канал Есть Поесть. Я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне, увидимся в следующих видео.